День добрых дел. Появление Платона на свет протекало очень тяжело. Двойное обвитие пуповины вокруг шеи, кислородное голодание, отек на третьи сутки. После выписки из роддома у мамы и малыша начались бессонные ночи. Мало ли из-за чего ребенок кричит, думала мама. Колики, смена погоды. Вот потерпим 3 месяца, будет легче. А пройдет полгода, год и вовсе заживем спокойно. Но этого не произошло. Вскоре у Платона обнаружились задержки развития. Неврологи единогласно утешали. Мальчики ленивые, все начинают делать позднее. А ваш сын еще и богатырских размеров, тяжелый, поэтому не ползает и не сидит. Еще через полгода психиатр поставил мальчику диагноз – ранний детский аутизм, одним из проявлений которого является нежелание контактировать со сверстниками. Платону было 3 года, когда его мама познакомилась с семьей, где подрастал такой же ребенок. Родители рассказали, что посещают занятия в Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра», и что эти занятия приносят их малышу большую пользу. Через некоторое время в центр пришел и Платон. Одно из любимых занятий мальчика – открывать и закрывать двери. Его интересует все, причем этот интерес отключает инстинкт самосохранения. Недавно мама застала Платона наполовину высунувшимся из окна. Он наслаждался свежим, ласковым ветерком. Романтика, конечно, но для безопасности ребенка окно пришлось заколотить. На работу центра «Дорогу и добра» в год требуется 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем 1/10 необходимой суммы – 300 тысяч. Отправьте смс на номер 3443 следующего содержания – слово «ступени», «пробел» и сумма пожертвования цифрами. Например, «ступени 100». И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.